Приветствую всех на своем канале. И сегодня я буду собирать вот такую композицию. Да-да, именно собирать, потому что в данный момент это все дело не зафиксировано, не склеено, ничего. Вот все как есть. Я хочу сегодня показать, как из одних и тех же лепестков сделать цветы, которые выглядят совершенно по-разному. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для этой композиции используется, для всех цветов используется лента 2,5 сантиметра. И нам понадобятся отрезки 2,5 на 3. Отрезочек ленты. Закругляем кончики. И зажигалкой опаиваем. Вот так вот. И закругляем. Лепесток готов. Вот у меня есть лепестки тут, и теперь их будем сшивать. Лепестки накладываются один на другой или в другом порядке, как вам удобнее, и сшиваются. Количество лепестков зависит от вашей фантазии. Если вы хотите более пышный цветок, вы делаете большее количество лепестков. Если вы хотите менее пышный, вы делаете совсем, ну, штук 10. Вот, как, например, вот в этом лепестке, в этом цветочке и вот в этом цветочке. Одни и те же лепестки, но разное количество. И все это сшивается. Все лепестки, количество вы определяете сами. Когда вы сшили все лепестки, еще раз повторюсь, количество вы определяете сами. В зависимости от размера цветка, они могут быть от 12 до 33-35 и больше. Когда лепестки собраны, вот этот цветок, тычинки, этот цветок собран лепестками внутрь. Вот. Лицевая сторона здесь, изнаночная. Тычинки, и все это обкручивается клеем вот в таком вот порядке. Вот. И получается вот этот цветочек. Теперь вот этот цветочек. Делается все наоборот. Лепестками наружу. Так, начнем с другой стороны. Лицевая сторона теперь вот здесь. И вот это вот. На наружную часть все накручивается. И как вы видите, получается совершенно другой цветочек. Из одних и тех же лепестков. Вот он. Теперь приступим к листикам. Здесь у меня два листика, но они зеленые. Вот они зелененькие и вот такого вот цвета. Делаются они совершенно одинаково. Начнем с зеленых. Кусок ленты. Просто перегибаем вот так вот. Вот. Обрезаем и вырезаем форму листика. Вот получается вот такая вот заготовочка. Теперь зажигалочкой обжигаем и растягиваем. И теперь два листика вот вместе вот складываются и склеиваются. Это вот зеленые листики.
Эти листики делаются по такому же принципу. Складывается лента, обрезается и вырезается форма листочка. Обжигается и растягивается. И тут еще сделана вот такая-то прожилочка. Загибается пополам. Вторая сторона. И так же само. Перегибается и листочек склеивается. Листочки готовы. Цвет композиции вы выбираете сами. Сейчас я все это склею, зафиксирую и покажу вам готовый результат. Я подклеила все цветы и лента готова. Добавила немного тычинок и вот таких вот маленьких цветочков. Надеюсь, мое видео было для кого-то полезным. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Желаю вам творческих успехов и до новых скорых встреч!